Что ж, я отправляюсь на поиски зоны, предназначенные для экспедиции 2. Может быть, у меня все еще получится, кто знает. Кое-какие припасы уже заканчиваются. Надо посмотреть, кстати, как у меня здесь с кислородом. Половина осталась примерно. Даже меньше, видимо. Так, а... Ой-ой-ой. А как у меня с метаном? О, метана еще меньше. Так что нужно будет экономить. И все-таки пейзаж этот довольно красивый. Пустынный, но какой-то... Не знаю. На романтикой приключений, наверное, отдает все это. Ну давай. Не закрывается. А, закрывается, просто звуков не издает почему-то. Ладно. Снимать скафандр я пока не буду, потому что именно мой скафандр мне сообщает о том, что я хочу есть и так далее. Я же не могу самостоятельно ощущать голод или жажду, поэтому я не буду его пока снимать. Вот сюда я поместил разный контейнер. Не знаю, зачем я вот этот бесполезный контейнер взял с собой. А, что тут у нас? Тут что, пусто совсем все, да? Пустые уже контейнеры. Значит, я всю еду уже съел. Вот все, что у меня осталось, это 4 мяса и 4 воды и 3 банки витаминов. Я взял датапад и construction tool. Непонятно, почему я выбросил радио. Может быть, она бы мне могла пригодиться еще, кто знает. Ну ладно. Здесь я, похоже, не проеду. Мне надо налево уходить. Давай, не знаю зачем. Не, не буду закрывать. В обучении рекомендуется всегда закрывать эту дверь, но я нахожусь в скафандре, поэтому смысла в этом не вижу. Так, попробую вот так проехать слева. Камера сзади. Ничего не видно, потому что ничего не понятно. Здесь так много камер. Поехали. У меня треть ресурсов осталось от того, что было, когда я уезжал. Судя по всему, очень долго я ехал, несколько дней, наверное. Потому что ведь еды и воды было предостаточно, да и ресурсов тоже
топлива, кислорода было много. Здесь надо осторожно. О, я нашел это место. Великолепно. Давай покажу, как это все выглядит. Я думал, что придется ехать дольше. Вот оно. Это экспедиция. Это ракета экспедиции 2, которая поможет мне покинуть это место. Но, правда, будет непросто запустить этот планетарный караван. Ну, хорошо. Вон там еще припасы. Похоже, что это, ну, это он приземлился так, как он должен был, и никаких следов повреждений я не вижу. Этот мусор надо повыкидывать, я думаю. Тихо, тихо, что такое? Блин, что ж я сразу-то не выбросил его, а? Зачем надо было вот до этого доводить? Вообще неудобный в плане грузов. Оборудование сильно неудобное, конечно. Оно не предназначено для того, чтобы ящики таскать. Вот тот грузовик, на котором я гонял раньше, он был как раз идеально готовлен для этого. Ну... Шлюз работает, хороший признак. Похоже, что хоть что-то здесь приземлилось так, как надо, говорит. Но, во-первых, я должен проверить, правильно ли функционирует. Блин, я не понимаю. Открывается ли, не открывается. Понятно. А правильно ли функционирует система взлета? Поэтому надо подняться. Ну. Так, это же свет, да? Дверь разблокирована. Хорошо, заходим. Я сейчас возле лаборатории, скорее всего, окажусь. Угу, да, я был в аналогичном модуле на Луне. Так, но прежде всего я
Давай-ка попробуем. Посмотрю, что здесь. Поднимаюсь наверх. Она даже больше, чем я предполагал. Блин, да, она огромная. Еще вот здесь можно пройти. Это шлюз для входа в него. Я пока не буду его запускать. Ну, скажем так, закрывать. Как здесь подняться? Так, нужно герметизировать. Ну ладно, хорошо, закрывается. Надеюсь, прямо сейчас я не полечу никуда. У меня ведь все-таки миссия была, да? Кое-какая. Вот по этой лестнице можно будет взобраться. И вот так можно будет. Блин, а как сюда убираться, интересно? Активировать как-то. Слушай, ну непонятно, как подняться-то. Я могу прыгнуть, конечно, наверное. Оп. Ладно, будем считать, что я взобрался, вскарабкался, включаю. Компьютер на запуск загружается, отлично, говорит. Запускаем. Давай посмотрим, насколько эта детка готова к полету. Так, коммуникации, в порядке. Двигатели в порядке. Топливо. Нет. Нет. Проверка, что? Что за черт? Что случилось с топливом? Отлично. Шаттл наполовину пустой. Просто отлично. Похоже, что я останусь здесь подольше. Окей. Успокойся. Все будет в порядке. Во-первых, я должен проверить припасы. Во-вторых, я должен приготовить больше топлива. Так. Ну а что он хотел, в общем-то, да? Он только прилетел и уже собрался улетать, я не знаю. Миссию же надо тоже, наверное, как-то выполнять. Может быть, да, конечно, он один, а должно было быть их больше, но... Я бы постарался хоть что-то, наверное, сделать. Теперь наша задача осмотреть... модуль с припасами и использовать, ну, расставить машины, я так понимаю, какие-то, которые там есть для добычи ресурсов. Так. Давай для начала осмотрим наше помещение. Открывается? Нет. Не открывается, значит, герметизацию надо устанавливать. Так, кислорода довольно много. Воды, ну, так себе.
Ну, это мы добыть, наверное, можем. Тут есть лабораторное оборудование, есть записи по ресурсам. Я думаю, что надо их взять и изучить. Так. Упоминание, как добыть кислород и гидроген. Кислород производится напрямую из почвы Марса и камней Марса. Далее. Или при распаде СО2. Большие материалы требуют больше кислорода из марсианской почвы или кислорода или камней Марса. Гидроген используется при распаде воды и метана или метана. Вода может быть добыта из марсианской почвы. Маленькая очистная станция эффективна для получения воды. Большая очистная станция используется для воды и вместе с кислородом. Ну, то есть большая, конечно, наверное, более удобна мне. Хорошо. Возвращаю назад эту флешку. Может быть, она мне еще пригодится, кто знает. Закрываю дверь на всякий случай. И давай пройдемся. Здесь безопасно. Не очень удобно сделали дверь. А, нет, ну вот, нормально. Так, здесь даже, наверное, искупаться можно. Можно сходить в туалет здесь. Вот так. Будем представим, что он сходил, потому что ему же, на самом деле, уже давно пора. Возможности-то не было. Может быть, конечно, он в скафандр как-то ходит. Может быть, там такие какие-то есть системы. Здесь можно будет перед сном помыться. И здесь можно будет со спокойной душой поспать. А тут у нас, наверное, есть семена картошки. Вкуснятина. Много стейков. По крайней мере, здесь я не буду голодать. Говорит он. Не знаю, будем ли мы сажать сегодня семена в рамках этой миссии, но я бы хотел. Давайте посадим немножко картошечки. Вот как это делается. Посадили. Вот, за ней надо будет наблюдать. Хорошо. Первая картошечка на Марсе. Я самый великий агроном Марса. Здесь у меня оборудование, я его брать не буду. А вот что я возьму, это вот это медицинское устройство. Потому что я не знаю, как у меня дела обстоят со здоровьем. Давай посмотрим. Мало калорий, мало витаминов, мало воды и недостаток сна. Ну, а это неудивительно, конечно. Ну что ж, давай тогда перед тем, как куда-то уходить, я перекушу тогда. Возьму мясо, воды и витаминчиков. Где они там у меня? Вот они у меня. Идите сюда, мои хорошенькие. Принимаем одну, принимаем 250 миллилитров. И давай перекусим. Еще воды надо попить. Отлично. Осталось только поспать. И в принципе все будет ок. Оборудование необходимое со мной. Можно идти дальше. Да, и вот эту штуку я с собой возьму. Она помогает хорошо в поиске каких-нибудь предметов.
Ну что ж, пойдем. Вот этот модуль, он не так далеко находится, поэтому я до него так добегу просто. So there it is, 3D printer, a marvel of the 21st century. With Вот this, I should оно. be able to produce anything I need. 3D принтер. Чудо 21 века. С помощью его я могу изготовить все, что мне нужно. Так, как его лучше поставить? Ну, наверное, давай вот так поставим. Сразу установлю его. А теперь сбегаю, посмотрю, что еще можно взять там. Теперь мне нужно найти инструменты и установить лабораторию. Что тут еще есть? Тут все, что мне нужно. Материалы. Тут кабель, генератор. Давай попробую его вот так. Прокатить. Катится, отлично. Поставлю его в небольшом удалении, чтобы он мне не мешался. Вот так. Так, а тут у меня огромное количество контейнеров. Блин, как неудобно. Тут что, тоже контейнеры, да? Тоже, да, огромное количество контейнеров и ресурсов. Ну давай, 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 давай. Ужас, контейнеры между собой взаимодействуют, и вот этот жуткий эффект происходит. Надеюсь, никаких взрывов сегодня не будет, по крайней мере. Оставлю пока. Но, во всяком случае, это более простой способ, чем перетаскивать каждый из них по отдельности. Любопытно, что вот этого безобразия не было, когда контейнеры перемещались на грузовике.
Стоять бояться, куда пошел? Тут красиво. Не знаю почему, но вот обычная пустыня меня как-то не впечатляет, а пустыня Марса, она выглядит как-то необычно, интересно. Может быть, все дело именно в том, что это пустыня Марса, а может быть, в особенной атмосфере этой планеты, которая дает некоторое такое свечение, ну, такой какой-то оранжевый оттенок. Не знаю. Но это место мне нравится. Может быть, просто это потому, что это другая планета. И это интересно. Пустыни, как бы, это просто опасное место, в котором ничего интересного как бы нет. А вот пустыня Марса, это все-таки другая планета совершенно. Может быть, поэтому она более интересной кажется. Хотя, по сути, это ну, каменистая пустыня тоже. Итак, все, поставил. Мне теперь нужно запитать это... Давай я сохранюсь на всякий случай. Запитать принтер, на котором я смогу сделать все, что мне нужно. Ну, по крайней мере, в рамках тех ресурсов, которые у меня есть. Здесь недалеко от генератора я поставлю модуль с кабелями, блок с кабелями, и буду от него потихоньку отщипывать. Напоминаю, красный к зеленому. Так, это у нас зеленый. Хорошо, запитал. Теперь нужно подключать разные ресурсы, и таким образом я смогу что-то производить. Давай начнем с того, что мне действительно вот нужно сейчас, да? Все инструменты необходимые у меня имеются. Делать их не нужно, поэтому закрываем. Доступ, в принципе, тоже не нужен. Что это такое вообще? Это маленькие ящики. Понятно. Мне нужны машины. Есть какие-то принтеры разные, что ли. Есть питание. Вот сокет мне, я думаю, может пригодиться. Далее, ну, эти бочки не нужны. Мне нужна... добыча, вот, топ-сойл экстрактор, есть маленький, есть большой, разница на самом деле не такая же большая, лучше сделать большой, наверное, попробую, вот, еще есть, кстати, а чем они отличаются, а, нет, это контейнер с ресурсами. Окей, мне нужен алюминий, железо и силикон, кажется. Или силиоксид какой-то непонятный. Алюминий, железо, силиоксид. Вот железо. Кажется, красное. Ага.
Подключаю. Это что у нас? Это как раз алюминий. Ну. Бум. О, боже мой. Так. Очень неудобно, если честно. Стой, железо, куда побежало? Неудобно, потому что у меня нет реальной чувствительности космонавта. У космонавта тоже свои проблемы. Он вынужден все делать вот этими неудобными перчатками. Это тоже проблематично. Но вот такие вещи, конечно, как то, что было сейчас, с ним вряд ли случатся, я думаю. Где этот силиоксид? Я не понимаю. Вот он. Отлично. Какой-то редкий ресурс. А железо очень не хочет, чтобы его перерабатывали, поэтому оно постоянно норовит смотаться. Все, теперь я могу запустить производство вот этого. Проблема в том, что для этого принтера эта штука слишком большая. С помощью этой штуки можно сделать другие принтеры. Принтеры побольше, причем мне потребуется несколько модулей для того, чтобы сделать модуль побольше. Это, блин, печально, это надолго. А из того, что я сейчас могу сделать, в принципе, ничего мне не подходит. Все, что я могу сделать, это вот какие-то вещи, которые у меня и так имеются. И ни одна машина в этом принтере не будет произведена. Хорошо, тогда я буду делать принтер побольше. Но, по крайней мере, у меня есть такая возможность, то хорошо. Делаю базу для принтера. Не знаю, насколько она будет велика. Посмотрим сейчас. Мне кажется, этих баз надо много сделать. Да, ну видишь, какая маленькая. Нужно большую сделать. Так, где я буду строить принтер? Ну давай здесь же рядом. Делаем, значит, еще несколько баз. Ну. Ой, подожди, а есть еще большая, что ли? Есть рампы. Край. Ну да, они как бы все большие. Все маленькие. Большие в любом случае здесь не поместятся, поэтому мне придется вот так вот сначала делать из маленьких частей. Это геморройно, но вообще-то это реалистично. И машины здесь тоже таким образом примерно собираются. Тоже сначала не сразу, как в некоторых играх, типа Subnautica, а по чуть-чуть, по деталям собираешь, потом их вместе соединяешь и вперед, поехали. Довольно геморно, но реалистично. Довольно медленно все происходит, уже на дворе ночь, блин, я, наверное, скоро проголодаюсь.
Я, пожалуй, на этом пока закончу. Когда сварганю принтер, ну или хотя бы сварганю основные детали для его производства, я продолжу запись. Потому что это явно тут на очень долго все это. Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, звени в колокольчик. Пока. До встречи в убежище на моем канале.